Расскажу вам сегодня, как можно продлить время работы телефона на примере вот такого телефона. Это Номи i4510. Вот, значит, приобрел я такой телефон какое-то время назад, и была такая проблема: он разряжался за день, буквально за день, хотя было все выключено, там выключен Wi-Fi, интернет, все выключено, но за день он разряжается даже практически без звонков, просто в ждущем режиме. Значит, начал я разбираться, устанавливал всякие программки, что угодно делал, что жрет батарею, ну как бы не было понятно, все равно читал много всяких статей. В итоге до чего я дошел. Значит, нам надо зайти в инженерное меню. Для этого есть разные варианты. Один из вариантов, значит, пишем код. Такой: звездочка, решетка, 83781, решетка, звездочка. Вот мы зашли в инженерное меню. Так, если такой код не подходит, значит, делаем другой вариант. Для телефонов на Mediatek, у кого процессор, можно воспользоваться таким. Значит, Wi-Fi включили, заходим в Play Market. Так. Пишем. О, видите, инженерное меню. И вот такая программка небольшая, 23 килобайта весит. О, пошла реклама. Вот, эта программка отлично. Может, какие-то другие. Если с этой программкой тоже не получится, ну, значит, надо вам в интернете поискать, каким образом надо зайти туда. Ну, то есть, главная задача — попасть в инженерное меню. Это что такое? Заходим еще раз. Так, теперь здесь Band Select. Заходим. И здесь есть 7.1.7.2. Ну там 0.1 получается так. Видите частоты, сколько здесь? Здесь, значит, были включены все частоты. Стояла эта частота. Эти все тоже, по-моему, были включены. Наша задача — их выключить, так как на этих частотах телефон начинает искать сеть, но ее у нас в стране нету. Есть только 900 и 1800, да? А этих частот нету, и из-за этого он садит батарею. Постоянно он их ищет, он их садит. Так и для 3G Band 1 используется. Band 1 или частота должна быть, если частота написана, то там или 200, или 2000, ну, в общем, такого плана. Вот. Вот, в принципе, и вся задача. Надо выключить эти частоты лишние, нажать set, нажали, окей, сакис, все. 7.2, тут 3G нету, просто эти две штуки тоже отключили, все. Соответственно, он уже не будет искать по этим частотам, и я вам скажу, что телефон начал заряжаться не за день, а 7 дней держал он. 7 дней, ну, то есть в режиме ожидания, если там сильно не звонить. Ну, а так, в принципе, 4-5 дней это он держит спокойно, со звонками, с выходами в интернет и тому подобного. Вот, это основное. Что еще? Ну, конечно, интернет я выключаю постоянно, чтобы он не был все время включен. Ну, время от времени, когда нужно, то включаю и захожу. В принципе, все. Так что проверяйте ваши телефоны, можете продлить срок его работы 2-3 раза спокойно. Ну и может даже и больше. Забыл еще сказать, для владельцев 4G телефонов
надо, значит, оставить частоту 2600 МГц. LTE тоже остальные выключить, оставить 2600 МГц. Так как на этой частоте в Украине работают на этой частоте операторы, а в других странах, там уже посмотрите у себя сами, на каких частотах работают. Соответственно, оставляйте только эту частоту, и будет вам счастье. Все, всем спасибо. Заходите на канал, может еще какие-нибудь полезные видео найдете для себя.